то самое чувство, когда что-то нужно менять в жизни. Начать нужно с обуви. Ну и вот хорошие кожаные лапти. Теперь можно... Маршрут перестроен. Идите прямо. Да иду я прямо. Даже переобулся я на ходу. Сразу в новое. Их, если что, можно сделать и обычными шлепками. А еще очень сильно радует то состояние, когда на работу приходишь без рюкзака. Тебе не надо тащить с собой кучу документов. Достаточно одной маленькой сумки, в которой будет Osmo Pocket. Ну и, соответственно, ключи от работы и от квартиры. Все с пропуском. Больше абсолютно ничегошеньки не надо. И это не может не радовать. Я не понял, мы с тобой гуляем или как? У меня теперь хорошая работа, скажи. Угу. Вместо того, что я приходил раньше поздно, я теперь прихожу нормально. Мы еще погулять успеваем, да? Угу. Покататься. Да. Ты довольная? Тогда вылази из телефона, будем гулять. Я на пляжик хочу пошла. На пляжик? Да. Ну, в принципе, еще солнце есть, можно еще на пляжик. А в парк не хочешь сходить? В парк? Нет. Пойдем в Сокольники. В парк. А. Перепутал. Почему? Ну, потому что... Ты, по-моему, забыл или да. Потому что... пляж в парке есть. Ну? Алло, в общем... Ты довольная тем, что я теперь с тобой больше гуляю, да? Да. Еще из-за того, что у меня сломалась, отвалилась нога от моей любимой сумки, мне купили новую. Какую? Такую вот зайку с плюшу. С плюшу? Да. Это молодец, мама придумала, да? Да. Еще мы купили мишку Лизе. Но это уже совсем другая история.